Где ты, кукушка? Привет передай весне. Уж сливы расцвели. Приветствую вас, морские жеребцы. С вами Федорович. А у меня трясутся руки и дребезжит голос. Я не могу нормально соображать. Ведь то, что вы сейчас увидите, это сравнимо с вестниками апокалипсиса на черном небе. Я думаю, нам остались считанные дни на этой земле. Нужно бояться, что лентяй не будет работать, а то, что земля не будет плодить, не страшно. Так же и у великих мастеров. Бойтесь, когда они практикуют, не думая о том, работает это или нет. И впадайте в ужас, когда они эволюционируют и выходят на следующую ступень самопознания. Он же великий Чхарек, он же Виктор Матвеев, он же мастер стиля орла и змеи. Всем вам известен по былым заслугам и невероятным видео, где он демонстрирует свою разрушительную технику, уничтожая домашний мешок, еще парочку мешков в виде учеников с соседнего кабака, различные деревянные поддоны и ящики, стены собственного дома нунчаками из йогурта чудо. Мы видели, как великий мастер практикует свое небесное искусство в разных одеяниях. В черном кимоно с драконами, в тельняшке, в халате, в шортах без футболки, в домашних тапочках и подштаниках, и даже белом кимоно для карате. Но то, что произошло сейчас, поражает своей жестокостью. На новый 2021 год мастер Чхарек опрокинул за шиворот со своими кентами-учениками бурячиху бабы Глаши, сделанную из прошлогодних гнилых бурячков и приправленную зернышками конопли для аромата, после чего он прозрел и эволюционировал. У меня даже немеет язык. Я не могу нормально соображать. Меня всего трусит от страха. Копайте землянки, запасайтесь провизией, спасайте детей и женщин. Великий мастер Чхарек изобрел новую систему боя, которую назвал Universal Combat System, что в переводе означает «Вселенская система боя». Да-да-да, вам это не кажется. Это не приступ похмелья. Это не последствия абсента, который вы вчера хлистали, как верблюд после прогулки по Сахаре. Мастер стиля змеи и орла одел камуфляж и эволюционировал до старорусских мастеров, объединив слияние змеи в орла и спаривание их же с камуфляжем, что дало нам Universal Combat System. Но чтобы поразить вас еще больше, давайте послушаем, о чем же разговаривают ученик с учителем на тренировке. Такие секреты наверняка будут вам полезны. Это же много. На растопку. Растопку? Да, это эти. Журнал из ленты. Съемки в охране. И он их носит на растопку. Вот. Уже газеты. Наконец-то! Вот оно! То, чего я всю жизнь ждал. Главный секрет Universal Combat System раскрыт. Печку лучше растапливать газетами, а не журналами. Чакру мне в рот, я полжизни потерял впустую. Пока вы еще не выбежали с упакованными чемоданами из дома, с бутылкой пива за пазухой, я должен вам показать кое-что еще. Конечно, руки мастера – это уже смертельное оружие. А когда он берет в них еще что-то, это наводит на ужасные мысли. Бывают непорочные невесты, но не бывает непорочных тещ.
также и у мастеров. Бывают только теоретики, а бывают кровавые убийцы. Вы наверняка догадались, что самое первое и смертельное оружие всех старорусских стилей – это нунчаки. Ну а в лапах орла или в хвосте змеи они стают поистине победоносными и сокрушительным снарядом для убийства. Поэтому срочно запасайтесь крышками от мусорных бачков. Только они могут вас спасти и способны отбить удар нунчак. Ладно, ладно, вылазите из-под стола, вытирайте слезы и сопли, у нас еще есть надежда. Ведь мы можем сразиться с мастером его же оружием. Внимательно смотрите и изучайте Universal Combat System, и тогда, объединившись, мы сможем противостоять мастеру и не дадим ему поработить наши города и страны. Первым делом вам нужно сейчас же бежать в ближайшую пельменную и найти там ученика, который за бутылку будет регулярно приходить к вам домой на тренировки. Затем вы отрабатываете мягкость движений и криворукость ног, что довольно сложно, но у вас все получится. Если нет, тогда сивуха вам в помощь. Ну а напоследок вы должны как можно больше обниматься с такими же дикими бойцами, как вы. Для этого нужно регулярно, повторяю, регулярно посещать все злачные места города. Пельменные и чебуречные, наливайки и рюмочные должны стать вашим храмом для тренировок. Только так у вас есть хоть какая-то надежда выжить, когда армия орлиных змей, проповедующих Universal Combat System, придет покорять ваш город. Да пребудет с нами всеми сила всех богов и здоровье, чтобы завершить тренировки. Ведь бухать – это вам не спортом заниматься. Здесь нужна железная печень и некислая сила воли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. А также делитесь этим видео с друзьями. Давайте предупредим как можно больше людей о надвигающейся опасности. Также вы можете поддержать силы сопротивления по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, успокойся, успокойся. Защита! Нога задета, раз-два. Переваривайся. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.